Привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео, потратить одну секундочку, не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робоксы. Ну что, ребятки, для новеньких на канале я скажу, что я периодически провожу раздачу робоксов. Следующая моя раздача робоксов будет при достижении каналом 45 тысяч подписчиков. Осталось не так уж и много, ребятки, давайте, мы сможем добить эту цель. Поэтому подписывайся на мой YouTube канал, скидывай это видео другу, делись этим видео в соцсетях, чтобы раздача робоксов настала как можно скорее. Ну и, конечно же, не забывай вступать в мою группу NSVT, чтобы в дальнейшем, если ты выиграешь робоксы, не ждать 16 дней. И в этом видео комментарий дня от Чебопелька MP3, который вы видите сейчас на экране. И сегодня для вас подготовила промокодики в абсолютно свеженьком плейсе под названием Weapon Fighting Simulator. Эта игра сделана была 11 дней назад, то есть очень свеженько, но при этом она сейчас уже набирает 1,6 миллиона визитов на момент записи этого видеоролика. В нее играет 8364 человека. Это очень большой актив, мне кажется, для 11 дней. Еще и двух недель не прошло. Ну что, давайте заходите в эту игру. Но перед тем, как я начну вам показывать промокодики, я бы хотела сказать, что где-то в этом видео запрятан код на 101 робокса, который разделен на 4 части. Быть первым, кто соберет его целиком, и напишет в комментариях, и получит от меня 101 робокс. Ну что, ребяточки, мы зашли в нашу игру, эта игра, в принципе, интересненькая. Здесь у нас есть наши сабли, наше оружие, и мы выходим, и так вот добываем, они ломаются, мы получаем вот эти вот камушки, и прокачиваемся. То есть, вот такая вот игра, как симулятор стандартненький, в принципе. Мы можем прокачивать наши сабли, чтобы их было 3, либо более, и так с тем самым играть. Тут даже есть следующая локация за 5000 вот этих камушков, то есть она вот такая вот дорогостоящая, я бы сказала. Хоть игре и 11 дней, в ней уже присутствуют рабочие промокодики, которые я сегодня с вами хочу поделиться. Ну что, ребяточки, приступаем к промокодикам. Промокодики вводятся во вкладочке шестереночка. Открываем. Кстати, чем-то напоминает луковое колечко какое-то. И первый промокодик, который сегодня у нас подъехал, выглядит вот так. Likes 5к. Мы его запоминаем, нажимаем вот эту вот стрелочку, редемчик, и получаем введенный промокодик. Вот здесь у нас есть мешочек. Он загорелся единичка. Открываем сюда. И у нас выдался вот такой вот буст на дамейдж x1.5 на 20 минут. Я считаю, неплохо. То есть наши мечи будут в полтора раза больше наносить урон. Тут прикольно, что в этих промокодиках тоже можно использовать бустики, когда захочешь, как в подсиме, прям мы можем нажать use в любой момент, когда нам надо. Даже если вы не играете еще в эту игру, зайдите сюда, активируйте промокодики. Так как игре 11 дней она набрала такую популярность, вдруг она будет в дальнейшем очень популярна. Поэтому вы зайдете, если захотите поиграть, а у вас уже бустики будут. Ну что, приступаем ко второму промокодику, открываем эту менюшечку, вводим вот такой код, likes 1500, мы его запоминаем, нажимаем редемчик, заходим в наш мешочек, ведь видим единичку, и видим вот такой буст, Spirit Stone Boost, он нам дает и вот эти камушки x2 на 20 минут. Тоже достаточно хорошенький бустик, если использовать их вдвоем, то будет шикарно. Следующий промокодик выглядит вот так, welcome, в принципе простой промокодик, нажимаем погасить, заходим в наш мешочек и получаем второй вот такой же буст. Теперь у нас есть два этих буста и мы имеем 40 минут этих бустов. Следующий промокодик выглядит вот так вот, вот weapon fightings, мы его запоминаем, нажимаем погасить и получаем вот такой вот бустик на x damage. В принципе у нас теперь этого два и этого два. В принципе для старта это очень даже и неплохо. Внезапный привет! И это внезапный привет, в котором я передаю привет моим подписчикам. И в этом видео я хочу передать привет таким подписчикам, как Каганат Кашанов, Хайден, Илья Бортник, Анастасия Королева, Ольга Ермакова и Геймер Донат. Ловите привет! Ну что, ребяточки, возвращаемся в нашу игру Weapon Fighting Simulator. И у меня для вас еще есть несколько промокодиков. Открываем эту менюшечку водокодов и вводим вот такой код. Happy Day, счастливый день, веселый день, это хорошо. Мы погашаем его и заходим в наш мешочек. И видим там новый буст на вот этот вот QE. То есть вот это, так сказать, опыт X2 QE на 20 минут. Это достаточно неплохо. Вот как видите, у меня их 0. Но с помощью бустика, я думаю, я смогу их накачать гораздо быстрее.
Ну-ка, давайте посмотрим, сколько стоят за робуксы эти бусты. Мы можем сюда зайти. Вот, буст. Так, ого, вот этот квей-буст стоит 150 робуксов. Вот это у нас 200 робуксов. Ну, если считать то, что мы 2 получили. И это тоже 200 робуксов. То есть, достаточно неплохо. Кстати, у меня вот этот... Оформление вот прям в точь-в-точь напоминает кое-какую игру, в которой я частенько снимаю видосики, и я думаю, вы ее уже знаете. Да, вот прям в точь-в-точь там тоже эта акция за похожую цену. То есть, ну прям очень похоже. Ну а мы продолжаем. Следующий промокодик выглядит вот так вот. Good luck, удачи. И вы сейчас поймете, почему удачи, мы его погашаем. Заходим в мешочек и видим буст на удачу плюс 2 на 10 минут. Он, кстати, уже покороче, чем другие. Да, этот все на 20, а этот на 10. Но все равно неплохо, хорошенький бустик. Это надо использовать, когда открываете коробки, либо там что-то, яйца с саблями. Ну что, ребяточки, мы заходим в наш менюшечку промокодиков. И, к сожалению, у нас только один промокодик. Выглядит он вот так. VFC, точнее WFC. Мы его запоминаем, нажимаем погасить. Он у нас в видео, он отлично. И смотрим сюда, он нам выдал вот такой вот бустик на Куи и вот такой вот бустик, наоборот, на камушки и на Куи. Я посмотрела на камушки и сказала про Куи, так, ну, в общем, наоборот, поменяла местами. Ну, в общем, вот это все промокодики в этом новеньком плейсе. Играйте, развивайтесь, качайтесь, получайте сабли и бейте всех вокруг. А на этом, к сожалению, видео подошло к концу. Я надеюсь, вам оно понравилось, но вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. Пока-пока!